хуйню. Чего вы стоите? Блять, он там на БГ минута, короче. Сразу справа-слева ведите всю хуйню. Справа-слева ведите, тоже напуливайте. Тут наверху будем бить. Пока ДЭ будет кидать это койл свой. Чей шаман, кстати? Прием, прием. Хэлла, это чей шаман? Что за шаман? Элем? Это я добрал. Я Элем добрал я. А. Бук? Ну да, один. А чё, от паладинов можно бафы для вара хотя бы? Каски, кулаки там? Я бы даже сказал, нужно. Ну, просить приходится. Они, видишь, они, наверное, трэш бьют заняты. Они на чили. На чили, да. Расслабоне. Блять, ебучий койл нахуй. Бесконечный нахуй. Параша, блядь. А, не зыбку дам, короче. Ебать. Что ли весь трэш? Ну что-то не кончается, не кончается. А, он тут просто спаунится сразу, нахуй, чтобы далеко не бегать. Блять, сука. Чьи койлы, блядь. Бесконечная, сука. Ну, еще одно тело добрать уж тогда. До полного счастья. Батоша зайдет? Ебать. Времени у нас сейчас 20, где-то надо быстро все это разъебать. Все, погнали вниз. Короче, так, что у нас там по танкам? Малефицист. Лядри. И кто еще? Рарник, да? Да, сейчас в нем уже вниз спускаемся. Так, ну давай. Рарник на трэше. На боссе, значит, первый я, потом Лядри, потом Малефицист забирает. Смотрите, там прожимки не жалейте. Всю хуйню. Когда сокрушительный. Каплю там друг по другу давайте. Всю хуйню. Ну и ДЦшник знаешь, да? Бисер. В момент коста сокрушающего выше щиток. Хороший сейф.
Что тут делать надо? Расскажите, пожалуйста. Бить босса. Бить трэш, потом босса, потом... Нет, это там спрашивает. Нет, ты что? Я понимаю, что нам надо меняться, на какой стадии нам надо меняться. Ну, там, когда трэш вот этот убьет 5 мобов, будет босс активироваться. Я его начну танчить. Он через 30 секунд даст сокрушающий удар. Сокрушающий удар, он дамажит 70 тысяч урона, и в конце каст длится 1 секунда, и в конце каста он сразу дает автоатаку. Это шота и танка. Нужно забрать босса с танка, на которого он кастует сокрушающий удар, во время каста сокрушающего удара. Потому что если ты опоздаешь, и он даст автоатаку, то шотнет без сильной прожимки. Батоши пропал интернет. Давайте так 23 и балл. Давай. 3 на пула. Ваша задача будет на рарника напуливать этот трэш, как он называется, блять. Трэш, короче, который выходит с порталов. Ну, роги, только скелетов не напуливайте. Так. А погудали ДС? Линканите ДС там. Мы в гостиной сидим? Ну, потом перекинем еще. Так, сейчас кубики расставлю. На кубы 5 плюсов. Кто стоял на кубах. А я, Виктор, сейчас не могу плюсануть, но я плюсую. Угу. Так. Викторка. Звезда. Вы же никак не отличаетесь, что гели, что в обличке. Орел. Чего? Кубы никак не отличаются, говорю, от обычных. Отличаются. Как? Когда скажут, нужно будет нажать и не отпускать, пока босс не скажет нет, только не снова. И как только он это скажет, это значит, что все 5 лучей попали в него одновременно и можно отпускать, чтобы он не шотнул рейд. Так, еще 2 РДД надо на кубы. 3 поставил я. Давай я, может, на ДС покликаю. Хуй знает, надо рейд считывать тебе. Давай, наверное, Вадикон. И еще одно тело есть какое-то. 5-е тело на куб. Он реально нажмешь кубы? Или кто? Чтоб кто-то был. Скажи, куб направление легко нажму, спокойно какой. Так, ну давай луна. 5-е осталось. Все, без базара сидела. Так, добрали 2 мага, да? Это пуги все. Ну, о, этого я видел. Алдец что-то знакомый, да? Алдец, помнишь? Ну, по-моему, видел в прошлом рейде его. Все, давайте суманем их. Киньте дискорд, пока суманем. Не, Алдец со мной был на прошлом гейме, когда, блядь, мы короля убили, потом эро сделали. Алдес это не тот, кто там с походов был. Уход на походу. Да. Шрем рыбу. Короче, времени где-то 1:15. Надо быстренько это все разъебать. Так, танки запомнили, да? Сначала первый войд, второй... Лиадри свой дозабирает. После Лиадри Малефицист. У Лиадри так хп мало, или надо забафать его, что ли? Что-то непонятно, так хп мало. А кто этих мобов танчить будет? Мобов рарник танчит квадрат в нем. Привет. Здорово всем. А, я вспомнил, блять, кто такой Алдец, нахуй, ебать. Че ты там, нормально? Это он, да, который там, я, говорит, набухался, там, блядь, первый день было заебись, да. Блядь. Это после леса, когда... Он же, блядь. Да, чек... Было дело, было. Чек на пул. Пожгите ему полепанку съесть. Давай, ешь. Акиса готов? Акиса готов. Так. Все, пуляйте, ближайших, я дальнего. Все, тихо, это самое. Пуляйте, я дальнего гриппану. Башим.
Короче, вызываю войско. Минутку проживет там. Может, хватит. Давайте сильнее дамажим, прям все бурсты отдавайте, всю хуйню, то у нас там ровис на тебе. Ой, ну в 4 хила? Ой, в 4 танка? Да. Все хорошо. Малицефис, Леадриев, ты и Рарник, да? Да. Ой-ой-ой, Малифицис не может догнать. Кого догнать? Ноу стресса, не одет он. Я в танке. Без разницы. Вот эти отмазы начались, да я это... Да-да-да. Рависта не проебите там, стонтите с него там, протопалы. Это... Параши вот это, как праведная вот эта параша, защита, блять. Угу. И гнев небес тоже давайте там на элементарии. А у Еши мы, в принципе, можем даже успеть залить. Если вот этого чертворца разъебать. Исцеление сбил. 23 секунды. Да, вы ешьте полностью, может даже припот на босса выпьем. И голема вот этого нового тоже бейте. Разъебывайте, разъебывайте. 13 секунд есть, давайте. Не, не успеем, да? Ладно, похуй. Похуй на этих големов. Ждем босса. 5 секунд. Все, босса ебашим, давайте Геру. А кубы ты поставил, да? Да, да. Знаешь, на квадрат напуливайте. Ханты, если что. Как ханты, только появится. Ханты и две роги. Роги только скелетов не напуливайте. Так, что у нас там? О, Леадри забрал, нормально. Вот сейчас забирает малицист. Готовься. Секунда, готовься. Так, забирай. Лично. Это я буду с тебя забирать. Все, и так ПКД. Изи. Так, секунда. Скоро вспышка будет. Возле кубов вставайте, там скоро надо будет прожимать. Ждем. Так, не знаю, куда на всякий случай. 5 секунд. Так. Ага. О, бесы, заебись. Нажимаем кубы, нажимаем. Все 5, все 5, все 5 нажимаем. Ты этот... Все, нет, только я снова сказал. Все, отпускайте, бейте босса. Пока босса бьем. Малицист, готовься забирать, скоро. Пока что это. Роги, идите на пульте на него, помогите, чтобы мобы не разбегались. Потом что уже. Так, молитвы забрал. Когда конец печати, не кустим. Подводи, подводи. Я подведу, я подведу. Я с него заберу и буду подводить. Стой, стой, сейчас я подведу сам. Трэш бьем, трэш. Все, все в трэш свичаемся. Все, я забрал. Все, фулл ДПС. И трэш, и босса одновременно всю эту хуйню ебашим. Готовься, Рарник, первый стан дашь, и потом Зукля продлишь. Так, сколько там хп у мобов? Вот примерно, ага, первый Зукля давай, второй. Все, заебись. Уводи отсюда, уводи. Босс, босса на центр, сейчас смотрим, следующая вспышка скоро. Вар, готовься забирать. Забирай. Все, заебись. Вспышка 3 секунды. По кубам встаем. Готовимся. Так, скелеты. Внимание. Нажимаем кубы. Нажимаем быстрее. Вот, отпускаем. Босс сказал, все, отпускаем. Скелеты. Все РДД, 3-й, 4-й пати по скелетам пошли уже ебашить. Я не грипну вам, потому что я сейчас буду забирать. РДД по скелетам играем. Так, забрал. По скелетам ебашим. Этот, Зукля, иди пофиряй с ренжа скелетов, чтобы лишней там параши не было. Иди пофиряй их. Немножко отведу. Ну а те скелетов играйте. Так, Леадри танчит.
Вар, готовься забирать. Скоро через 10 секунд. 8, 7, 6, 5. Скелетов сильнее играем. Сейчас стопнем. Так, Вар забирает. Отлично. Скелетов, скелетов. Прям про босса забудьте. Только скелетов играйте быстрее. Еще один вон фуловый стоит скелет. РДД добейте и потом черепок бейте. Опа. О, блять, сори, нахуй. Синтек, реса его. Кубы через 5 секунд, кубы. Аки составь. Фул ДПС по боссу, к решетке отходим. Аки составь тотем. Вюпсинг гимна ману. Просто по боссу хуярьте, демон. По боссу. Нажмите кубы сейчас. Все, нажали, заебись. Так, Леадри, ты с меня забрал. Босса, заебись. Играйте, босса. Каску лапы пристабав дайте. Так, Вар забирай. Как переведем босса, надо будет в демонов играть сразу. Фул ДПС. Все, в демонов. Сейчас я одного грипну, его зергать начнем. Фул ДПС по этому пидору, давайте. Кстати, на ком сейчас? На Варе босс, да? Он будет да, мне забирать с тебя. Надо будет диспелить. Блять, а я таунт нажал сейчас, сука. Короче, про... шивы, отдай шивы, да. Ага. Я готовлюсь сейчас забрать. Играйте трэш. Все по трэшу только играют. Сейчас я не зыбку дам, что-то там есть, нет, стаки. Все, даю не зыбку, попроще будет. Трэш, все в трэш. После трэша уже босса будем добивать спокойно. Все, Леадри забрал. Ну и там не жалейте прожимки, там 50 на 50, всю хуйню. Вот в трэш играем. Вон крестик остался. Давай его сюда поближе. Хуярим, милики и трэш, и босс одновременно. Где он, блядь? Заебал. Инсика, дай мы сокру. Так, Вар забрал. Так, бисер, дай на себя щиток и гимноману. Аги, можете выйти. Меня прохильте, пожалуйста, меня сейчас убьет просто. Вара на фул захильте, быстрее. Еще в хильте. Так, забрал. Ты че, игрушь на выходе? Че, мне вклиниться к вам? Да, давай после Вара будешь забирать. Сейчас Леадри, потом после Леадри Вар забирает, а ты с него заберешь, а я с тебя. Так, давайте, значит, аптекарь Иннер по синтеку. Рдру нам сейчас приоритет, не воднику, он тоже по синтеку дай. Так, Вар забрал. Вот Рардик, по нему можешь каплю, да, через 5 секунд. Все нормально, уже ветками бейте босса по регентиману. Вот сейчас Рардик, готовься, каплю уже дал, да, на него. Все, заебись. Я с тебя забил. Чилим. А, я умирал, Гера. Так, сейчас Вар забирает. Так, ну что у нас там? Ну, Леадри, можешь каст удара по Вару. Вот сейчас скажу через... Давай массакру. Ага, заебись. Есть что поражать там равный. Ну, в принципе, у вас это должен быть ревность. Да, у меня есть что поражать. Я просто умер, я там маленько нет, подзаслал. У меня было 70% ХП по моему удару. И я не прорвался еще. Все, сейчас я себе дам незыбку. Заебись. Ой. Сука, где моя рага? Ну, быстрее. Оп. Нормально. Ну и там смотри, бисер. Вюпсин, что у тебя с маной? Смотрите, вы вешается параша, печать Мактеридона. Когда заканчивается, одна секунда остается, блядь, и вы кастуете что-то, у вас съедается пол маны, блядь. Из-за этого вы сейчас сухие все стоите, хилые, блядь. Обращайте на эту хуйню внимание. Блядь, поставьте все воду.
Я мечтаю, чтобы все стали с Вуду играть, блядь. А то играете как слепые котята. Нихуя не видите, не, нихуя не знаете. А ты это. Настройки, знаешь, что не вижу, но включите. Так, некоторые бафы у боссов, которые важны. Какие-то вот. Так они там забиваются, блядь. Открываешь дебаф свое, вводишь дебаф, название и все, блядь. И хуяришь. Нужный цвет, звук, блядь, анимацию, все, что хочешь, стаки, блядь. Любую парашу. И все. И становишься. Рейдером 80 уровня, блядь. Машина. Слишком, да? Хорошо тоже хуёво. Да не. Слишком, знаешь, слишком хуёво, это хуёво, да? Вот это точно. Да. Это заебись, когда ты, блядь, все бафы видишь, это очень удобно даже. Кстати, Войт. А? Ты на этом, на коне видишь, на ком этот призраки вешаются? На кого? Да. Там рамочка в Вуду становится, это там, короче, с пула появляются две рамочки, одна на боссе, одна на челике, что она весь бой до конца висит. И если третья рамочка красным обводится, то это получается на этого челика дух висит. Ну там, если успеть за секунду быстро сдиспелить, то диспелишь и заебись, все. Короче, сумка, на кого бог пошлет, вот это вот прям просто 1, 2, 3, 4, давай, ровист. Нихуя не получается. Так, какой-то маг. Крумак, короче, отдал сумку. Со второй попытки. Все, летим на груля. Да, у нас 4 мага, диспелить можно, как с пулемета, блядь. А, вообще пиздец, что там у нас? Зефиритов, заебись, блядь, камень себе сделал, нахуй. Так, я протонусь в зону 52. Я думаю, Виктор Лок точно нас не подставит. Я тут. Уже не подставишь? Не подставлю, обещаю. Точно? Не пиздишь? Точно, нет. Он не подставит, он просто вас кинет нагло. Вранье. Мне так цыгане просто когда последний раз говорили, бля, хуево все кончилось. Ну да. Это с цыганами в рейды не ходи. Ты купил, наверное, брат. Или вроде кольцо. 22-й год пошел, а ты до сих пор цыганям веришь. Блядь, да тут одни цыгане. В городе. А ты где живешь? Че за город? Лучше тебе нахуй не знать. Ну да, не напугаешь, братыла, я за 40 лет знаю. Ты понимаешь, просто мимо проезжаешь, тебя уже нахуй что-то спиздили. Это, говорит, да. Кемпинг. Ненавижу, блядь, цыган. Сука. Я не расист, блядь, но ненавижу нахуй цыган. Ну, художественный фильм спиздили, блядь. Да-да-да, блядь. Ну, это говорит... расистка, пока дело не касается цыган, блядь. Слышь, самый прикол, нахуй. Мы потеряли роскошного Джорджа. Он же, блядь, не связка ключей, чтобы потерять его, блядь. Сука. Кстати, блядь, меня Джорой зовут, ёпта. Роскошный Джордж. А это, говорит, Томми по кличке Сиська. И сейчас он молится. А если он этого не делает, то ему, блядь, следовало бы этим заняться. Там в оригинале вообще классно смотреть. Особенно Брэда Питта шикарно. Ребята, мы на выходных куда-нибудь идем? Субботу, ну, посмотрим. Завтра, там, послезавтра. Сейчас, если все хорошо будет, можно в Толгород в субботу сходить. В воскресенье на сутках. Ну и остается 3 дня, потом с понедельника по среду. Какую-нибудь хуйню сходим. Ну, там спрашиваешь, что не знаю, буду я завтра, не буду, блядь, вовремя. Тыкните в эту парашу. Рарник, просыпайся, тыкни по шкафу. Сто возле инста там. Не, еще. Еще не долетели. Проснись, блядь. Так, шо это у меня там? ТТГ-25. Два босса убили как бичи, блядь. На третьем боссе обосрались. С пула по 8 человек умирают. Да, весело было. Блять, без вайпов скучно, уж правильно, правильно. Ну да, хуёво вообще без вайпов. Даже играть не хочется. Мы только ради вайпов и играем, блять. Согласен. Так, ТТГ. Ебать, цыгане стоят страшные, пизды мне сейчас дадут, блядь. Уроды, блядь.
Не успели. Лохи ебаные, да хила не запиздили. По-любому. Так чё, какой город-то? Где цыгане много? Чудово. Знаешь, такое? А? Чудово. Ты их ряды хочешь пополнить? Да там, да мне ж ты это наоборот можно где-то. Рабочие. Сейчас надо толпу загнать. Я их научу продавать эти ложки мельхиоровые подсеребряные. Будут мне деньги приносить. Там уже они перешли на что-то поинтереснее, потому что большинство из них уже на геликах катается, блядь. Да, братан, ты знаешь, у меня в свое время товарищ, ну, тут по Краснодару такой узнаваемый человек, набрал тоже грядку этих цыган, короче, с Китая таскали посуду эту цептеровскую за гроши, а продавали как оригинал, короче, там за 30 тысяч за комплектом и так далее. Блять, он за год, я тебе говорю, так поднялся, мало кто вообще, я видел, вот так вот быстро поднимался. Вообще, просто блин. Цыгане, они вжаривали комплект, которому цена 300 рублей за 30 тысяч. И хуярили, причем как эти, как с пулемета, я тебе говорю. Мы у него сидим в офисе, он говорит, смотри, вереница приехала, блядь. Они на этих, на копейках таких желтых всяких, там приезжают, там еле живые тачки, короче, полную машину набирают, уехали, хоп, ему денег привозят, короче. Ну, он им там отстегивал нормально, но все равно. Он, ну, это пиздец, что за типы. Они учились. Ты я когда понимаешь. Водителем, блядь, работал, ёпта, у меня не один, вот честно, вот сколько вот цыган возил, еба, столько вот спросили, семерку продаешь, ебать? Каждый просто, каждый. Если он тебя называет братом, значит хочет наебать, а если, блядь... А если тебя русским если называют каким-то родственником, братом? Значит уже, блядь, так уже я, блядь, значит наебал. Где-то, блядь... Блядь, диспетчи эфир, нахуй, алло, блядь, сейчас убьет блядь, меня, давай. Нахуй. Что за хуйня? А ну нахуй. Потом а нахуй, зови меня Микки. Мазь диспел прожимаешь, встанешь нахуй. Уже, блядь, эфир кончится. А что-то никто не сбивает, 4 мага, блин, только вот. Ты видел, блядь, когда он это, дом на колесах-то взяли, блядь, отъезжают нахуй. О, блядь. Колеса отваливаются от дома нахуй. Ты к этому подходит, блядь. Я помогал тебе как мог. Ты смотрел его, когда брал, говорит, блядь. Пизды отсюда, говорит, пока можешь ходить, нахуй. Никто тебе ничего не сделает, пока ты сам не нарвешься, блядь. Блядь, вот всегда вспоминаю эту хуйню. Смотрели еще, главное, в каком году, в 11-м или в 10-м, блядь. Фильм старый вообще. Колеса, блядь, отвалились, сука. С этим, говорит, все тип-топ. Я только не уверен в выборе цвета. Ты тут, это кто? Ку, ты кто? Лок с ником, ты тут. Я не знаю, кто это. Я тоже тут, ёпт. Тупой вопрос, тупой ответ, блядь. Привет, я Лок, хотел в гильдию. 248 это левел. Значит, хорошо. С пивом. Пивом вообще хорошо, братва. Бля, тебе первый день только с пивом было хорошо, потом, блядь, и стало плохо. Это на четвертый, не, на третий. На четвертый надо было за руль садиться, блядь. Ебан. А чё это, где-то в заявках, что ли, блядь? Набор? А как смотреть, кто мне написал? Запросы, да? А, тут нихуя нету. А ты надеялся, да? А откуда он знает, что нам нужно? Ты тут, кто его знает вообще? Откуда он знает, что нам нужно в видео, блядь? Может, он ходил он казачок с нами куда-то, и ты, ну, предлагал же всем, правильно? Может, он услышал, и хочет Лока закинуть. Так, сейчас там, блядь. Сука, где эта хуйня? Сука, я что-то... А, вот здесь. Добавить игрока. Давай добавим. Посмотрим. Так, ты тут присоединяйся к гильдии. Сейчас я эту хуйню поставлю. Метки. Блять, ёбаный. Давай быстрее, блять.
Вот он. Пиловик. Звучит как, блин. Так, ну значит, это самое. Так, убрать все метки. Черепок писарем здесь. Сами, пис... Отсиделся, да? Да. А, ты тут это лог, который ко мне еще просился. Ну ладно. А-а-а. Надо узнать, нормальный челик, нет? Я без понятия. Его другой челик. Короче, мой другой чел сказал мне написать. Так, я тогда не понял, о чем. Значит, так. Про товар. Ты будешь на Луне. На кроши на будет этот Лиадри. Рарник будешь на двоих. Король и Кеглер. Вот король и Кеглер. Так, на Луне про товар. Черепок я держу Чилю. И кроша Лиадри. Знает, да, лог там повешать эту хуйню. Проклятие косноязычия. Чек на пул. Так, чё? Значит, с пула. Никто ничего не бьет на пул только тогда, когда откроется какой-то моб на того танка, кто его держит. Танки приготовились, на счет 3 будем пулять. Лиадри. Все будут декурсить. Все пати декурсят, блядь. Ну, я... Короче, блядь, если не умеешь декурсить другие пати, декурси свои. А кто умеет декурсить не только свои пати, не декурсим не свои пати, блядь. Все, блядь, заебали. Синтек декурсит, и на кисати надо, сука, вкачать декурс, блядь. Что ты насчет... хотел от меня? Кто? Ну, не знаю, кто-то вот от Лиадри что-то хотел сейчас. Чё хотел? Не знаю. Все, давайте на счет 3 будем пулять. Раз. Тебе, наверное, сказали, подожди. Тебе, наверное, сказали, кого ты держишь. Ты знаешь? Я и так знаю, да. Кто знает? Это Лиадри. Лиадри держит крестик. Кроша, да. Да. Все, на счет 3 пуляем. Раз, два, три, погнали. Кроша активный. Пока не бейте, пускай агро наберет. Пока не бейте. Луну уведи в Луну. А Луну в Луну уведи, заебись будет. Нормально, кроша. Луну в Луну. Так, кроша на пульт. Не бейте пока, Вадикон, не бей. Нет. Там 100 тысяч агро всего лишь. Этот, блядь. Малицист, сбивай эту хуйню, нахуй, каст вот этот, блядь. Я подбиваю, просто я не понимаю, что за хуйня с Луной, типа, ну давай в Луну поставим. Не знаю. Хуёво получилось что-то с пулей. Сюда у стены, блядь, конечно. Так, значит, смотри. Блядь, да сбивай ты ебудную молитву, да нахуй, стене. Я сейчас собью, то есть он только подошёл ко мне. Ну ещё, блядь. Просто так бьём, они захиливаются. Так, даю незыбку. Захиливайтесь. Короче, не помогло нихуя. Это унти Лиадри, чё ты стоишь? Ай, бля, пиздец нахуй. Ясно нахуй. Сейчас, если чё, заново начнем. Отойдите от ебучего креста, если собаку он... просто заберите танки. Если он вдруг активируется, это... Отведёшь, он начнет бегать, когда активируется. Кто сейчас там активен? Слепоглаз, луна, да? Луну просто РДД бьём. Милики, идите сюда, бейте ебаных собак. Топа, их история, напуливайте на войда собак. Чё вы, блядь, чилите, я не понимаю. Так, а там же одно исчезает, одно остается. Лок еще не открывался, чтобы что-то исчезало, что-то оставалось. Давай, я заберу зукля. У меня это, есть панцирь, я скидываю. Ощущение, помню, типа гладко. Не таунти, Олмэ, не таунти, я скидываю. Слепоглаз опять активен. Или кибейте собаку вот эту. Так, Святос. Давай, Равист, рез не Святоса. Ну, кто частицу просит? Он Нарарника, дай частицу. Нарарника частицу. Смотрю на свои хп, мне плохо, пиздец, блядь. У меня хп поставим на половине. Это кто говорит? Я по голосу что-то не... Товар говорит.
Вар, ну вот, парарнику частицу, вар и хиль. Ноль проблем. Там потому что, когда активная луна, там, блядь, настакивается на тебе эта параша. Чё там, скоро кончится луна, а вот еще 15 секунд. Что я нажал? Этот Свято встал, там, фулбаф ему дайте, каскулап, пристабаф. На фото активно, что ли? Да, заново заактивировался, заебись. Фул ДПС по нему разъебывать. Без одного ебаного этого. Да, хил тебе, блять, я там боюсь. Страшно, пиздец, да. Ты особо дал. Добивайте быстрее, пока экзекутка. Все, чилишь. Когда, когда активируется крош, крестик, отведешь его, он начнет ходить. Сейчас пока он не ходящий, такой тупой. Все, крош активировался, веди его в крест. Забери, Биг Дэм. Кого забрать? Короля, короля, забери. Да, забери, разряди обстановочку там. И это уведи туда. Недалеко. Милики собаку бьют. Да, да, милики собаку. Упсень, у тебя есть гимн на ману? Хилы просели, все. Ставь тотем, в упсень на ману читай. Я зачитываю. Давай этот, о, СКД. Четыре друида, сколько у нас всего друидов? Четыре. У меня 30 секунд именно. Так, дал не зыбку, дал не зыбку. Захиливаем хилы. Сейчас не пробейте. Мага захилите, если что. Захиливайте быстрее, чтобы никто не упал. Так. Оп, крош я тоже. Бьем пока его дальше. Короче, сейчас на следующей хуйне. Давай, у кого там откатился Инер. Вадикон, давай по инсике. Все, уже откатился. Вадикон по инсике. Равист, давай по вюпсиню. Аптекарь откатился. Так, и у аптекаря осталось. Аптекарь, давай по бисеру, короче. Давайте своих там собак вызывайте всю хуйню вот эту. Так, что там? Значит, значит идем, смотри, да? Этот. У тебя 4-4 одета, вар? Да, да. Смотри, готовься шивы давать скоро, я скажу. Там, когда маг будет кастовать. Так, захиливаем войды. Давай, давай, Т4. Юпсим гимн на хп быстрее. Вот, захиливаем. Кеглер активен, это треугольник. Нормально пойдет. Милики собак пока бейте. РДД кеглера треугольник. Блять, у кроши пиздец, хп мало нахуй. Ладно, не дожали. Я в овце. Пилы, чё за хуйня? В овце, если что, она это... не диспелится, по-моему, да, это овца. Ну не ушел с тяги. Опять, опять. Ресните Викторку четвертая пати. Без, подожди, подожди, сейчас. Не спешите, сейчас реснем. Бисер, читай на ману. Плохой уже. И овцы. После овцы. И у меня КД я давал уже гимн. Два раза по 24 въебал. Биг дэмэдж, ставь поближе там, если вдруг с него пойдет этот, как он называется, нажмешь стаунт нахуй на кеглера. Возле кеглера стой, короче, чтобы он в рейд не поворачивался. Аудицию будет, БР, нет? Дайте, пожалуйста, БР положить. Кстати, Олм активировался, давайте бьем Лока. Могу ему повесить косноязь, Подожди, сейчас, аптекарь, ресай Вихторку. Так, Вихтор. Сервак ли упал или что? Нет, произошло? Ничего не упало. Бейте. Ебать, я на месте, блядь, стою. Кинул косне, заебись. Хил. Диспейл тоже.
такое. Шаму, диспыльники, там, смотрите, уже 27 стаков, ебать. Бисер гим на хп зачитай. И... Нет, да. Ладно. Равист. Равист ресей олдеца. Подходи, блин. У меня шевет хотелось, если что. Сейчас, подожди, посмотрим. Исчезнет собаки, нет? Активировался. Бару синтакести у Ватикана. Блять, опять собаки. На пульте собак навой, да? Чё там у Лока? Пол хп. Давайте Геру фулл ДПС по Локу. Блять, не могу собак ебаных забрать. Напуливать их сразу на меня. Так. У Синтека Вадикона. Синтек. Вы Алдеца резали, нет? Держу, курю. Блять, маны нету нихуя. Давай Вадикон по Синтеку заливай. Равист. По Бисеру. Ой, нихуя, и я тут аптекарь, умираю. Да замолчи. И аптекарь по Инси кидай. Поменять хилы. Меня Индер не давайте, я собаку отдам. Сухие эти. Отдавай, отдавай собаку. Похуй. Я дал уже. Сейф надо, сейф. Ты чё там? Я прожму на всякий случай. У меня сейчас уже гимн откадышится. Отдал на всякий случай. Смотри, он опять активен, блядь. Я ебу нахуй. Ну просто добивайте, там немножко осталось. Ебучий олм. Так, значит, Синтек ресей Элдеца. Мага этого. Пускай подамажит. И... У кого там? Так, Синтек, аптекарь, ровист и Вадикон остался. Вадикон, Вара тогда ресы. Можете ребаф, ребятки? Да. Краумаг, синенько. Все, фулбаф, каску, лампу, пристабаф, вот эти, горн еще крикнул. Спасибо, друзья. Это все за пиздец, не платим. Чилим, ресаем ману. Кеглер ебаный, блядь. Короче, бьем треугольник. Ебать, он далеко стоит. Милики тоже можете бить, если только отпрыгивать будете. Блядь, петух меня убил сейчас, я, блядь, ему буду мстить. Вот если вот так вот, вот эту хуйню кастуют, отбежали. Подбежали. Бьем, бьем, бьем. Кастуют, отбежали. Подбежали. Дамага не надо лутать. Вот отбежали. Подбежали. Опять отбежали. Опять подбежали, как на Зулджине. То же самое. Убежали. Он крутится. Все, просто захиливаемся. Тут ни дизаром, ничего не работает на нем. Не, добивать. А магия. Да и вроде сейчас дал дизарм, он без пушки остался. Тут недалеко надо бежать, метров на 10. Все, добили. Все, король и крош остался. Крош там 700 тысяч. Можете его уже хуярить потихоньку. Он нормально будет. Дистанцию возьмите сразу. Только милики не хуярьте его. Сейчас, по крайней мере, когда активируется. Что будет, если милики будут хорошо бить? Хуёво будет. Не, ну можно на максимальный рендже, но не знаю, это очень осторожно надо. Плюс там снижен дамаг, плюс ответка по ним идет. Ну, сейчас вот баф на нем появится, прочитай на нем вот огненный доспех раскаленный, прочитай. Короче, милики там по бездаку отхватывают. 80% снижен урон физически. Да. Отойдите, там что-то какая-то параша будет. Или овца, или что-то сейчас будет, хуй знает. Вон, овца, да? Хуй пойми. Не, не эти демоны. А, демоны. Ну, просто уешьте, ну и все. Так, на этой хуйне самое главное, что у нас Вихторка в этого... В Дестрика. И все, и заебись. Я и так быстро.
А, милики, не бейте, сушающая ара. Дадите. Блять, я с охотой проебал, ну ладно. Тумбочки скрыть. Охота. Не Аниксию, Ануба надо убить. Месяцев 5, наверное, висит квест. Или 6. Полгода висит, блядь. Не делаешь охоту? Ну да. Как-то похуй. На этом где-то смотрел, что-то попадалась херня такая, что потом за вот эти значки можно будет Т4 улучшать там, короче. Да, да. Я поэтому ее закрываю. Думаю. Да так-то надо, да у меня, блядь, 5 персов нахуй 260-х, блядь, я ими хуярю. То одним, блядь, целка, то... Стоит. У меня в РС-ку уже 4 перса ходит, блядь. Ой, блядь, целка Геру. 4 перса ходит. Шаманом только не ходил, блядь. Скоро кто-то позовет, блядь. Может, через месяца 3 позовут. Второй рейд какой-нибудь Геру. Вот это пойдем. Параша. Чё на нём? А, иссушающий. А ты с какого года начал на этом, на Серкле играть? С 2009-го. 9-го? О, нихера. Мастодон, блядь. Ещё раньше меня даже. Да. Да я там, блядь, поначалу играл вообще не 80-й, у меня там 49-й уровень. Твин. Не, я понимаю, мне интересно самое начало было. Какого года вообще кто играет? Там же было НСК, что-то да, такое же название. Что-то такое, но... Ну так вообще с 2007-го, блядь. Там БК еще было. Я, короче, покупал диск по... Как это называется? Предзаказ, короче. Еще не было Вовки. Мне приходил диск, такая коробка на 5 дисках, короче. Сидишные небось, да? Да, да, да. В 2004 году, короче, как только вот Вовка вышла, блядь. С первого дня, можно сказать, вот на офи зашел. Вов, пушка, паладин. Так, пробегаем. Там реснимся. В инвизе можете зайти, там друиды все. Роги, друиды. Че, ебашим, бежим. Танки вперед. Хиливаем. Массакры, всю хуйню отдаем. Бабло. Заебись. Попробуйте еще раз, ёпту. Так, пока все не умрут, там, это, стойте в диванах спокойно там. Да, ублюдки, я вас всех, сука, накажу. Сейчас только челики в диванах останутся. На Андреального бежит. А, притворился, все. Все, вроде и выйдется. Все, можете резать. Блять! Там маг, можешь вставать, тебя присумоним. Те, кто здесь лежат, кого дотягивайтесь с это весать. И меня присумоним. Так, надо посмотреть на пати, кого там подъебало ставить. Мага крашного. Да, ну заходи. Заходишь? Да, да, захожу. Так, я вот думаю. А, ну роги ложный выпад нажимают нормально. Так. Я вот думаю, кота подъебало погонять. И, допустим, побегает... Кто-то руки позакрывает. Мальфицисты, наверное, побегаешь, да? Как ты думаешь? Так сейчас же все бегают. Да, давай побегаешь. Тем более тебе не надо стаки никакие набивать, чтоб шевы по рейду дать. Если вдруг увидишь, что руку не успеваете закрыть шевы, даже вдруг выживем. Так, ну и получается что, первая-вторая пати.
Так, я вот не знаю, ну рарник точно в ретрик, а лядри, у тебя ретрик есть? Нет. Ну тогда стой просто со мной. Это самое. Ну, отбегать будешь тоже со всеми за спину. Короче, первая и вторая пати стоят под ебалом. Мы делим с вами 10 человек. Это ошеломляющий удар. Долгий каст такой. Когда скажут за спину убежать, убежите за спину. Потом обратно под ебалом. Тут вот такая метка будет. Крест. Вот здесь в ней будем стоять. Первая и вторая пати. Третья и четвертая пати, вы закрываете руки. У вас есть один протовар, который закрывает все руки по КД. И остальные тоже третья и четвертая пати закрываете там телепорты, юзайте блинки и всю хуйню. Задача закрыть три руки. Если вы хоть одну не закроете... В два там только закрываем руки. Да, под ебалом никого ставить. Водикона? Никого, да. Я так-то могу поставить водикона. Водикон, под ебалом постоишь? Я могу руки в медведя. Не, пусть он лучше руки тогда закрывает. А, пускай. Пускай, да. Если что, у нас в массакра есть паловская, есть протопаловская, есть холипаловская, есть моя, есть ЧВ. Все нормально. Так, вот там поели, а давайте поедим рыбу. Стоит рыба. Долго вайпаться нельзя, примерно полчасика у нас есть, так что... Давайте без вайпов просто сделаем разок. Да, давайте. Чек на пол. О, Мак, где ты? Вот Бостон, кто закрывает руки? Давайте, давайте распределимся, раз уж вам это так сложно, всю эту хуйню договориться. Вот давайте, вот здесь звезда, это слева от босса называется. Сейчас я туда добегу. Короче, про товар, его место, где мы пришли откуда, да? Понятно, да? Вот да. Где кружок, это та хуйня, область, где будет огонь потом появляться. Это справа от босса. В эту хуйню обратите свое внимание. Хант и маги. Под боссом стойте и закрывайте, значит, Хело, шаман, водикон и аптекарь. Возле босса тусуйтесь. То есть, ну, от центра и до босса ваше расстояние. Ну и сзади, получается, вару вторую руку помогает, вот где вар стоит, вот где вы все сидите, рыбу едите, там лог помогает, там уж портал ебать, сейчас я поставлю, где примерно на вот этой хуйне, а? Да, на вот этой решу. Чего? Как закрывают? Просто... У нас 20 минут. Как закрывают руки, кто спрашивает? Аптекарь, салон. Аптекарь, смотри, из пола появляются три руки. В случайных местах комнаты. Ты заходишь такой в руку, как я в метку вот так вот зашел, и стоишь. Там дубовую кожу нажимаешь. И она вот так вот, как две ладошки, хлопает, хлопок делает, на тебя вешается дебаф на минуту. Если ты в следующий раз зайдешь в такую же руку, то урон по тебе будет больше. Без серьезной прожимки ты сдохнешь. Вот, поэтому... Или в Дреноре, если играл. Все, чек на пул, пошли первая, вторая пати в крестик. Ну что... Какой-то маг говорил, то что он 4 раза может закрывать что-то там глыбы и глыбы. Да, его сегодня нет времени. Если стаки одна есть, лучше сбросить, потом лучше закрыть еще раз. Все, давайте, значит, на счет 3 будем пулять. 1, 2, 3, поехали. Так, по истории даю истерию тогда. Давайте Геру. Забыл. Адский удар. 9 человек, кто-то под ебалом не встал. Мне интересно, кто это был. Равист Кот, наверное, да? Я с под ебала даже не ухожу. А. Воин вообще вставал? Или... А, ну, видимо, вставал. Он умер, да? Нет. Просто первая, вторая пати, кто-то один из нас не забежал. Подъебало. Да, две руки сейчас не закрыли вообще. Нет, не в руках. Там уже не в руках. Умерли, мили, поэтому забили. Уже похуй, уже похую. Вставалка есть? Иначе нам сейчас бежать придется. Или Хэлла, или Киса. Я могу прибежать на друиде. С центра отбеги. Все, резайте хилов. Так, первая, вторая пати. Блять, как мне вычислить, получили вы урон или нет от этой хуни? Давай посмотрим. Сейчас надо понять. Ну, Войт, я точно стоял. Рарник стоял, да? Да. Ревист.
стоял. Кто под боссом лежит, кто под боссом стоит. Он под боссом лежит. Равис стоял. Сейчас его в лицо можно бить так же, как в спину. А, я уже вычислил, нахуй. Братан, Sunrise, нахуй. Как дела, блядь? Топ ретрик, блядь. Алло, блядь. Я виноват, наверное, блядь. Ты первый раз тут? Который с РС-ки ботинки забрал. В хэп, да. Вот. Я, когда рассказывал, что делать, где ты был, блядь? В туалете, блядь. Первая, вторая пати. Ты в какой пати? В первой. Встать 10 человек должны подъебало. Если будут меньше 10, то босс сразу начинает кастовать адский удар. Набирает 100 раги и кастует адский удар. Адский удар это что, блядь? Это 40 тысяч перед ебалом урона. И потом на весь рейд, на все 25 человек вешается огненный дебаф, блядь. Его надо захиливать. Могу истерию на тебя покидать. Хорошо, кинуть. Кем-то далеко упал. Что, ресаться ТП-шмут? Да, ресайтесь. В шкаф стоит, мы сумоним. Кто под боссом лежит, встали. Вставайте быстрее, сумоним сейчас, уже шкаф работает. Блять, Sunrise, нахуй, в этот раз стой под ебалом. Когда скажут выбежать, выбежишь. Если что-то вдруг не понимаешь, сразу бабл нажимай. Блять, ты сейчас нас вайпнул, братан. Короче, смотри внимательно. Тыкаем на сумон. Пизда, это все так долго, нахуй, после вайпа сумоните. Тыкать я наебучую эту хуйню. Так, Вадикон здесь. Ряды это... А, резнули? Нормально. Все, жрите рыбу. Ребят, ну, человек правду сказал, что да, понятно, одного не было, но, блядь, руки не закрыли, просто проеблание. Так у нас два милика умерли, все хуй забили просто дальше. В смысле, все ЛОХП, все, два милика умерли. Все, успокойтесь, все нормально. Все, фулл баф даем. Давайте внимательнее. Все, да, внимательнее, с руками. Руки не закройте, это ваша печенька, это вам надо. Это РБК босс, блядь. С одной метки две руки правильно вылазят? Да, на одной метке по две руки всего три таких. 15 минут у нас один, максимум два трая. Все, встаем в крест первая, вторая пати. И стоим под ебалом. На счет три пуля. Раз, два, три. После ребута уже допроносить не будем. Так что это либо последний, либо предпоследний трай. Стрелпешки еще дам тебе, дам истерию. Давайте Геру. Даю истерию. Так, вот на эту хуйню должны все под ебалом находиться. Смотрим, 10, заебись. Все. С руки будут. Руки не озвучивайте там, только если что-то срочное. Просто молча закрывайте. Я подобежал, подобежал. Основное сейчас смотреть на рагу босса, чтоб сотки вдруг не было. Пока нормально. Руки через 2 секунды. Когда руки, кто там РДД, бросайте все, смотрите, ищите руки, вам люди специально говорят. Вот приоритет руки закрыть, потом добить мы босса всегда успеем. После рук замедло, да, не завершить? Да, там надо лук. Через 2 секунды руки отобрать. Давайте, смотрите, ноги с дебафами. Так, все, далеко, я закрыл, в ромбе. Так, все, убегайте, 9 человек все за спину. Первая, вторая пати. Убегайте за спину. Сейчас я один стою здесь. Руки через 2 секунды. Так. Все отдали. Все, возвращаемся под ебало. Возвращаемся. Все 10 человек. Отлично, захиливаемся. Все, и это повторяем просто по КД и все. Ничего сложного. 12 нормально.
Через 2 секунды руки будут. Под боссом было. Части, где огонь, руки могут появляться или нет? Нет, уже нет. Сейчас уже нет. Руки будут. Под боссом. Я закрою. Выйди. Это ты, Малефисист? Да. Как ты закрываешь каждые руки? Он про товар, блядь. В танке прямо. В танке. Сука! Да почему нахуй? Топа умер. Топу. Так, сейчас подъебало, Инсика, подойди. Топу захил, каску лапу пристабав быстрее. Топа, возвращайся, подъебало. Сейчас руки будут. Так, ушли за спину, ушли за спину. За спину быстрее. Ну, ладно. Так. Все, возвращайтесь, подъебало. Возвращайтесь, быстрее на каст. 9 нахуй. Пизда нахуй, сука. Я нажал. Хорошо. За спину. Да ёбаный ты рот, да почему так-то нахуй? Через 2 секунды руки. Ошеломляюще, подъебало, подойдите. Все, кто может, быстрее, сука. 15, адский нахуй. Все нахуй, вайп, хуй вы справитесь, блядь. Пизда нахуй, сколько там? 11 минут, быстрее падаем. Диван, если кто, Линдри, успеешь, если кинь по какому-то хилу быстрее, по бисеру ебани. Успел, нет? Все, заебись. Снимайте. Давай, быстрее резаемся, максимально быстро, может, успеем. Какая-то залупа, нахуй. Что ж там было, блядь? Ну там медленно бегает просто. А, да, когда вы возвращались, вы, сука, блядь, ебучая первая пати и вторая, нахуй. Вы, блядь, уходите за спину, и на ошеломляющий вам надо находиться. Вот этот каст, вот, сука, опять... Отойдите. Кто каст, лежит, кто лежит под боссом, встаньте. Резайте быстрее всех. Вон, в шкаф тыкайте. Подойдите, резните, хоть по шкаф потыкаю, блядь. Хилов резайте быстрее, чтобы это... Давайте быстрее, 10 минут, нахуй. Ну, бьется, я не знаю, сколько, минут 6 он, наверное, бьется. Должны успеть. Последняя попытка... Хотите, вас быстрее присумонит, чем вас поднимет. Потом чилить пойдем. Ты что, ты говоришь, не будет до проноса, если сейчас не сможем? Не знаю, посмотрим, сколько времени ребут будет. Посмотрим. Если, ну это что, это будет без 15. Плюс ребут, допустим, 5 минут. Не, точно не будет. Без, перед ребутом, да, сейчас. Давай сделаем, потом сразу разрол. Мы уже убили, чего вы так упали? Нихуя сложного не было, просто, блядь. Вон 9 минут уже, нахуй, осталось. Быстрее резаемся, встаем. Так, кого присумонить? Тык на сумон. Синтек, подбегай сюда быстрее. Да, кстати, можно до 20% довести. Скринить, да. Да, блять, он реальный. Почему у тебя на пета тыкается? Что за... А, вот ты присумонился. Смотрите на рарника. Первая, вторая пати, как вы бегаете. Рыбу вот, жрите. Смотрите, вот бегает печенька. Вот сюда. Бегаете, да, спину вот вдоль этой правой стороны. Знаете, быстрее пулять надо. Принимайте, да, нажимайте быстрее. Рыба ест за 10 секунд. Все, все готовы, иду на позицию. На счет 3 буду пулять. 1, 2, 3. Ролла ни кашечку не дал, блин. Геру, давайте. Руки через 2 секунды. Не понял. Если подъебало меньше 10 людей, он будет сразу адски кастовать, а мы просто не вывезем.
Руки 2 секунды. Под боссом все. Дальние руки. Через 2 секунды. В ромбике. Ой, какой неумный. Витя, тебе руки не дают, да? Я хочу взять на минуту зачили. За спину? Да, за спину убегайте. Убегайте за спину, первая, вторая. Все, тут я только один остаюсь. А, 2 секунды, руки. Так. Возвращайтесь. Подъебало, возвращайтесь. Все нормально. Ноль раги, нормально все. Ебать, подлагало, пиздец. Вот ошеломляющий. Все 10 должны подъебалом быть, смотрим. 12 таков, нормально. Лучше 11-12, чем 9, блядь. Всех лагает, сука. Да, что после герла шаломано. Нет. 2 секунды руки. Давайте смотрим. 23. Я закрою, да. Так, печка. Ебать, лаги, сука, пошли какие-то ебаные, блядь. Неужели раньше упадет серф? Руки 2 секунды. Скриньте, как будет 20%. Да, видос есть еще по видосу. Да. Только мне потом некогда будет этим заниматься. Но если на сборе вечернего рейда будет время, может, это предоставлю скрины, видео для форума. Там по почте они пришлют, если что. Хотя мы же, нам же добивать еще, блять, его. Так, печка. 2 секунды. Так, сейчас будет 97. Один ошеломляющий, сейчас ждем и убегаем. Вот сейчас пока стоим, сука, стоим, кто там дергается. Один ошеломляющий, сейчас смотрите. Вот после него сразу за спину. 98 или раги. За спину ушли все. Вот сейчас будет адский, сразу готовимся. Вот адский. И сразу под ебало возвращаемся. Первая, вторая пать. Сука, сотка, откуда нахуй? Руки. Я ШВ нажал. Подъебало, в крест. Сотка, один хуй, смотри, сотка. Руки заплатил. Лучше дал не зыбку, нахуй. Один вас умер. В крест. Зайдите, Вадикон, зайдите. Я забежал. Одно тело, ага, Вадикон. Пришлось этот... После ошеломляющего реснейшего. С дебафом залазить, блядь, под грибом. Ресы, да помолчи ты, хильте вой, да? Сейчас скинется. У меня скинется. КДБР. Аптека, ресы топу. После ошеломляющего встань. Все, фулл баф по топе. 2 секунды будет. Каску лампу пристабав по нему. Все, стоим. Я вышел, сова. Хорошо. Первая, вторая пати стойте. По топе там бафы все дайте, крикните на хп вары. Святос или кто-то мне на стресс. Я крикнул. Угу. Так, нормально пока. Вот хоть раздуплились, что делать. Но я, блядь, не зыбку отдал, сука. Руки 2 секунды. Так, стаков что-то угу. Дохуя. Посередине в рамбе. В рамбе. Опа. Не закрыли нахуй, да? Красавчики, ебать. Я не мог закрыть у меня когда было. У меня БР еще есть, вот пятеро. Этот, ресой этого. Ну, Виктор. Опа. Да, сейчас подожди, после. Руки. Готовьте сейчас, смотрите, где они. Еще раз так этому умрем. Все, идите за спину. Под боссом. За спину все. Так, бисер, приготовь все зубы по мне давать, скажу когда.
Бисер, давай зубы по войду. Ага. Так, адский. Бежим. И подъебало. Бежим, бежим, бежим. Возвращаемся, да, подъебало. 20 лямов, давайте, играем. Руки, 200 фонды, посмотрели все внимательно. Я центр закрою, под боссом закрою. Порезайте там... Слева закройте кто-нибудь, закройте слева. Нахуй ты вышел? Хорошо, я нажал. Резайте там кого можете, сейчас после ошеломляющего. Я уже, блядь, просто так, а нахуй бы, блядь. Лока резаю. Равист, иди в ан-центр, резни и вернись сюда. Ошеломляющий. Быстрее, 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 быстрее. Ошеломляющий же скоро. Все, лучше возвращайся уже, если не успел. Руки. Возвращайся. 32, нормально. Я ром закрою, ром закрою. Стэн. Там, надеюсь, добьем. Так, Лиадри, приготовься, сейчас, сейчас массакру. Давай массакру, Лиадри. Я массакру. Ага. В принципе, добьем, да, 5 лямов успеем, на, уже похую будет. Встал, руки 2 секунды, руки 2. Забирай сразу, да, 1 минута осталось. Да, я вижу. Ну да, и можно... Руки в рамбе, в рамбе. Все, забирай, забирай, забирай. Все, да, бери, и после ребута будем, видимо. Да, в общем, мне кажется, после ребута откатят. Скриньте, скриньте всю эту хуйню. Скринь, скринь, сделайте скринь. Сколько там секунд говорите? Пока быстренько забираю. 30. И сразу это Alt F4 делает. Alt F4. Ну, кружка. Хотите сыграть? Хотите сыграть? На кота такое вот, себе. Вот сыгры быстрее, выйди, у тебя не откатит. Ой-ой-ой-ой. 15 секунд. На всех такое себе, эта кружка. На пол шишечки прям так. Ну, я слышал, что их, если... много, то норм. Типа, если 4 кружки есть в рейде, например. А что ты Alt F4 сделал? Нет, кружки? Там если есть это, с горожана. Да, нет, они еще стакаются, типа, только кружки могут стакаться. Ёбаный рот, нахуй. Ну, все, там я... Соперы, по-моему. Я вышел с игры. Да, там надо медальон заменить, чтобы был у кого-то. Тогда кружка прикольная тема. Без медальона в рейде, без проблем. Вы скрины поделали? Да, я...